Всем привет! Давайте разберемся еще с возможностями ZBrush. Задавали мне вопрос, как можно сделать татуировку на модели. Давайте рассмотрим один вариант. Откроем уже готовую модель в Lightbox Tool. Вот эту. Так, теперь отключим все саптулы и выберем один вот этот. Так, давайте выберем у него какое-нибудь место. Ну, давайте как стандартно плечо вот так вот повернем, подготовим и добавим дивайдов. Вот так вот чуть-чуть хватит. Теперь что мы делаем? Теперь мы жмем Ctrl, подгружаем, жмем импорт, находим нашу заготовку татуировки. Так, и теперь жмем Ctrl и ставим Rect. Вот это вот. Квадратик Rect. И нажимаем левой кнопкой мыши и вот так вот. И пробелом можно его. Сейчас вам покажу. Так, вот так мы его вытягиваем и пробелом переносим. Подгоняем, вытягиваем, как нам надо по руке. Вот так вот. Ставим и все. Бросаем, маскируем. И теперь что можем сделать? Вот отключить зад и включить RGB. Выбрать цвет. Вот, пускай будет черный, наколки всегда черные. И вот так вот по маске все это дело покрасить. Все, вот что получилось. Вот такая у нас татуировка. Можно на спину наносить. Найти вот эти татуировки можно в интернете. Также можно чуть-чуть поработать с деформацией. Вот. Так, открываем size, ставим X. И вот можно чуть-чуть посильнее, побольше вот так вот все это дело сделать. Вот такая у нас татуировка получилась. Если мы отключим в саптулах кисть, получается вот такая у нас татуировка. Ничего так. Прикольно. Можно ее не выдавливать, конечно, просто нарисовать для рендера. И все. Импортировать потом в Photoshop и с ней уже там работать. Или с Photoshop сюда уже модель с татуировкой перекинуть. Ну, в принципе, смотрится неплохо. Вот так. Можно чуть-чуть ее делать, не так глубоко. Так, теперь. Так, ну, в принципе, и все. Что хотел сказать. Вариантов много. Буду еще потом вам снимать ролики. Все, всем до свидания. Пока.